Сейчас хотим представить новую серию инверторных кондиционеров от Midea. Это серия Mission. Начало поставок в 2016 году. Внутренний блок выполнен в новом стиле. Это стиль плавных изогнутых линий, над которым работали лучшие дизайнеры института Midea. Модели Mission представлены в мощностях 9, 12, 18 и 24 тысячи BTU. Модели 9 и 12 оснащены ионизатором. Все модели Mission обладают новым трактом прохождения воздуха. Вентилятор является углубленным в корпус блока и обеспечивает так называемый трехмерный обдув помещения. Внутренние блоки серии Mission оснащены фильтром High Density. Этот фильтр обладает размером ячейки фильтрации в два раза плотнее, чем обычный фильтр в предыдущих сериях Midea. Он позволяет задерживать больше пыли и грязи на своей поверхности. Отличительной особенностью этой серии является возможность управления по Wi-Fi каналу и возможность обогрева в зимний период. Он соответствует классу A++ по европейской классификации энергоэффективности. Температуры по охлаждению от минус 15 до плюс 50. В зимнем режиме устойчивая работа кондиционера возможна до минус 15 градусов наружной температуры. Жалюзи обладают функцией запоминания позиции, то есть после выключения и включения кондиционера восстанавливается позиция направляющей жалюзи для воздуха. Как уже упоминали, есть возможность управления данным блоком по Wi-Fi. Под верхней пластиковой панелью в узле фотоприемника расположен разъем USB, который можно подключить опциональный USB-стик, так называемый, флешку для специального управления по Wi-Fi сети. Wi-Fi управление дублирует все функции пульта дистанционного управления и позволяет дистанционно задавать программы работы и режимы кондиционера из любой точки, где есть интернет. Пульт оснащен дисплеем с крупными цифрами и индикацией, поэтому не оснащается лампочкой подсветки. Эргономичный дизайн позволяет удобно удерживать пульт в руке и нажимать клавиши. В этой серии также есть дополнительные функции, которые будут полезными для всех категорий пользователей. Это так называемая функция поддержания температуры 8 градусов, которая полезна, если вы используете кондиционер на даче, либо в помещении, в котором временно не живете. Оно будет поддерживать температуру 8 градусов как точку, которая обеспечивает незамерзание воды в трубопроводах и при этом минимизирует потребление электрической энергии кондиционером. Также есть функция тихой работы, которая полезна, если кондиционер установлен, например, у вас в спальне. При этом не горят индикаторы, не высвечивается температура на открытом LED-дисплее. Остальные функции настраиваются так, чтобы создавать минимальный шум и обеспечивать максимальный комфорт для человека. Отличительной особенностью этой серии является также использование наружных блоков, выполненных в дизайне Diamond. Новый дизайн наружных блоков с минимизацией крепежных компонентов, что обеспечивает легкий доступ ко всем основным компонентам без полной разборки блока. Также использована защитная решетка высокой прочности для вентилятора.